Итак, всем привет. С вами Not Like Call, и вот смотрите, что за прикольную штуку я заметил. Меня багануло, и в попытке пересечь мост, то есть вот отсюда до сюда, ну, меня кинуло в воздух, и теперь, если я прыгаю, я поднимаюсь все выше и выше, и вот сейчас я вам могу показать. Кстати, спуститься вообще никак. Кстати, в стратосферу поднимаемся, видите? Вот, вот так вот, вот сделано все. То есть, вот смотрите, какие неровные углы. Интересно, насколько высоко я могу запрыгнуть, и если я запрыгну вообще в самую темноту, что я там увижу? Вот если вот тыкнуть в одну из сторон, то она будет бежать до самого конца и, собственно, не остановится. Скачем все быстрее и быстрее, уже самое интересное, думаю, нас ждет. Земля все ниже и ниже под ногами. А другое интересует, если я сейчас изменю канал, это как-то повлияет или нет? Ну то есть все, дальше идти некуда, как бы. Я попрыгаю, конечно. Еще. Вдруг я сейчас с другой стороны земли выйду. Хотя вряд ли здесь она круглая. Ну так и быть. Вдруг я узнаю, есть ли жизнь на Марсе. На крайняк на Сникерсе. Нет, нету ничего, и бежать некуда. Это печально. Странно, конечно. Придем на первый канал, если меня не кикнет. В чем я, в принципе, удивлен не буду. Чем? Ну так правильно, да? Меняем канал, и я. О! Меня кинуло в начало локации. Вот так вот, да? После всего, что между нами было. Начало локации. Ну, ладненько. Вот такой вот интересный багуль. Ну и хрен с ним.